Макаровки сейчас даем под глюферал. Вот он намаялся, ему, конечно, плоховасто. Вот. Парень покушал и спит сейчас. Вот. У нас еще на гарантии кондиционер надо ремонтировать. Там что-то не едут никак ремонтники. В общем, вот. Вот такие вот у нас дела. Вот. Макар, конечно, нас заставил понервничать. Мы думаем, что он плохо ест, а он, конечно, он, его припадок долбанет, и после этого он отходит, и, соответственно, на улице холодно, то есть он лежит в прострации, замерзает, в будку зайти не может. Ну, посмотрели, вычислили, что вот такая вот ситуация. Вот. Сейчас в тепле вроде все хорошо. Ну, как хорошо? Не знаю, может быть, на погоду реагирует, может быть, на что-то другое. Вот мальчишка такой вот, Макарушка.